Ну, вы знаете, конечно, новость шокирующая, если честно говоря. Как-то очень странно. Получается, что мы теперь не свободные граждане, что ли, будем? Как ты раньше покупал билет или даже не задумывался и летел, куда хотел, потому что те 70 лет, которые у нас были в Советском Союзе, когда людей не выпускали никуда, и они, ну, как-то, наверное, может быть, не развивались даже как-то. Не знаю, для меня это странно, но я надеюсь, что такого не произойдет. Я надеюсь, что мы будем все равно летать в какие-то менее опасные страны. Есть Бали, там вообще дружелюбные люди живут и вообще очень добрые. Там тот же Таиланд, не знаю, те же Мальдивы, Прага. Огромное количество вообще шикарных мест в мире. Я безумно люблю путешествовать. И, конечно, мне кажется, это как какие-то сплетни просто.